10 октября в станице Северской торжественно открыли краевые соревнования по спортивной акробатике «Юность Кубани». Побороться за медали к спортсменам Северского района приехали акробаты из Краснодара, Геленджика, Тимашевска, Станицко-Невской, Динской и Брюховицкой. В этот раз соревнования расширили географию. В них участвуют команды из других регионов – города Новочеркасска и Республики Адыгея. От имени Министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края поздравляю всех с началом соревнований. Участникам желаю, чтобы путь в спорте и в акробатике был у вас долгим и успешным. Хорошего вам выступления! В рамках краевых соревнований проводят и благотворительный турнир «Золотая осень. Добрая осень». Все собранные средства направят в фонд помощи Марусе Шаталовой, девочке из поселка Ильского, которая мужественно борется с онкологией. Перед началом выступлений у акробатов есть буквально несколько минут на разминку, после которой команды вызывают на ковер для строгой оценки судей. Краевые соревнования завершатся 12 октября. Победителей и призеров во всех возрастных группах наградят медалями и грамотами.